Всем привет, с вами Bitfink, мы продолжаем играть в Nightmare Christmas 2. Мы остановились на 6 главе, 6 уровень. А в предыдущих сериях, если вы помните, мы сели в тачку и угнали куда-то, непонятно куда, но в тачке был гроб и в нем был зомби. Мы врезались в ворота и очутились на кладбище. Этот зомби вылез и попытается нас сейчас с вами уничтожить. Мы с вами очутились на кладбище. Давайте порешаем этого зомбика. Вот так вот. Комбо срубания, все как обычно здесь. Ничего нового. Горящие зомби. Так. Дам небольшую подсказку. Привет, дружище. В некоторых, как бы это сказать-то, не знаю. Вот этих вот комнатках. Могилы это стоячие или что это, я не знаю. Некоторые из них открываются, и там тоже есть там есть тоже нычки различные. Кстати, я лоханулся. То, что я не включил вебку. Вот, видите, вот большие, маленькие двери тоже можно открывать. Я хотел записывать это с вебкой, но так подумал, что надо, и забыл ее включать. Так, иди сюда. Иди сюда. Да мимо ты. Да куда ты? Сейчас, подожди. Ах ты... Ах ты тварь. Ну. На, хорошо прилетело. Так, ты тоже хочешь, да? Блин, не успел блок зажать. Вот так вот. Вот так. Это самые изичные противники, если честно. Если вы не будете торопиться и внимательно изучите их тактику, то вы в принципе поймете, с чем вы столкнулись, и вам будет гораздо просто уничтожать до любого даже противника, я бы так сказал. Это у нас серия будет очень коротенькая, потому что вот, кстати, есть еще одно оружие дополнительное, сюда можно перепрыгивать. Здесь есть ящик с ключами, ребята. Запомните. Так, не надо зависать. Почему серия короткая будет? Потому что мне надо на жестком диске. У меня, как сказать, по умолчанию стоит один диск, на нем уже место заканчивается. Надо поставить второй, где побольше места. Там 400 гигов у меня еще есть на записи. Поэтому мы с вами... Ах ты, сука. Мы с вами сейчас поиграем. Я посмотрю по таймеру там. Насколько. Может, минут так на 10 и выйдет первая серия у нас. 6 уровня, я бы так сказал. Так, тут у нас что-то есть еще, да? Я вот не помню, блин, по-моему... А, есть, да, вот, все вспомнил. Ящик есть. В нем еще доп. Оружие. Так, мы взяли связку ключей на кладбище. Интересно, да? Смотрите, какие у них кладбища. То есть, не такие, как у нас. А видите, какие вот, совсем другие. Вот мне интересно, как наверх, вон туда вот, людей хоронить будут. Самолетом, что ли, выгружать? Ладно, забейте. Это просто чисто такой интерес. Во, пока мы там колотили, колошматили, вот еще одну секретку нашли. То есть двери некоторые подсвечиваются как открываемые. Вы сами, когда будете играть, посмотрите, какие двери открываются, какие нет, чтобы не тыркаться во все двери, во все подряд, как сказать. Так, отсюда у нас нет, не отсюда ключ. Я не помню, по-моему, дальше еще. Ух ты. Вау. Про тебя-то я и забыл. Ну иди сюда. Сейчас пойдешь назад. Откуда вылез. Понял? Понял?
Ой, что-то проседало опять. Так. Кстати, вот, да. Можете калашматить трубы. Они тоже, в них есть аптечки. Жизни. ХП. Как хотите, так называйте. Очень много противников здесь. Очень много. Это что, таких кладбища? Так, тебя я, наверное, сейчас оглушим маленько. Ударим молнией. Вот так, половина ХП нету. Не жалейте оружия никогда. Блин. Так, вон там черепок есть замораживающий. Да, сейчас мы его возьмем. Не жалейте, потому что жизни для вас гораздо больше должны значить по приоритету. И еще, опа, мистер Крюк, здрасте. Ой, кому-то я там зацепил нечаянно. Друг, ты... Ты попал под горячий топор. Под горячую руку. Вау. Много сносит он. Так, вот отсюда ключ у нас, да? Нет. Что это сейчас за лагинцы были? А, вы смотрите, как бы... по дополнительному оружию... Обращайте внимание на то... Так, здесь у нас тоже есть этот... проход. Обращайте внимание на то, какие противники будут. На некоторых противниках лучше не использовать дополнительное оружие. Кстати, по медбрату, что хочу сказать вам. Если у него вы ему срубили голову, это не значит, что он вас, у вас не может кровь пить. Ну, кусать вас. Ой, что-то она вообще какая-то тухленькая, ни разу не ударила меня. Это мастерство. А, вот отсюда ключ. Да, вот, все, ништяк. Так, это где мы? Угу. Так, ну у нас еще есть с вами, как раз, как я и говорил, примерно на 10 минут. Еще минуток 5. Или 4 даже. У нас еще есть. Так, сейчас посмотрим. Так, вот. Так, подожди пока, не бей меня. Ладно, сейчас его убьем, и я посмотрю. Не успею, наверное. Так. Ну, место еще есть. Место еще есть. Так что еще как, минут 5, да, мы можем записывать. Давайте сейчас уже добьем вот этих врагов. Так, надо срочно ХП. Сколько вас много-то, ёб твою медь. Ну иди сюда, иди сюда. Так. Так, так. Ой, как пролагало, зато каких пиздюлин он получил. Так, вон жизни есть, биологические пульки есть. А, так, вот, да, сейчас аптечки возьмем. Аптечку. Так. Ключик. Да выйди отсюда, мы сюда за ключом зашли. Здрасте. Я ваша смерть. Да. Я ваша смерть. Здесь он тоже его на две части рубит. Видите, сколько жизни у него остается еще. Но после того, как я его вырубаю полностью на две части, то... Так, мы тебя, наверное, взорвем. Нафиг на тебя время тратить. И жизни эти полностью... уходят. Вот отсюда во ключ вроде бы. Так, ребята. Так они изичные, но сложно тем, кто тактику для них не знает. Все, пошел гулять уже, парень. Так, давай быстрее. До свидания. Так, здесь надо запрыгивать. Сейчас покажу, зачем. И для чего. Так, вот видите, дверцы. Раз и два. Вот эти подсвечиваются, их можно
вырубать. Да выйди ты. Теперь вот эта дверца тоже открывается. Она действительно открывается ключом. Так. Ага. Мы с вами провалились куда-то. Что-то качество какое-то стало непонятное. Немного. Так, даже у нас еще и не 3-4 минуты. У нас еще время предостаточно. Да блин, что такое с графикой стало? Опа, знакомьтесь, новый противник. Сейчас покажу, как воевать с ним. Вот так вот надо воевать с ним. Время просто сейчас нету. С ним там церемониться. Так. Ага. Вот так вот. Сейчас сюда. Так. Нет. Тут нет ничего вроде. Да. Угу. Сюда. A piece of Rachel's coat covered with blood. Так, давай пти промотаем. Вот так вот. Хорошо. Наверное, мы даже успеем до босса дойти. Я думал, это последний босс, когда играл первый раз. Я его не мог убить. Прям действительно, я его не мог уничтожить. Он сложный. Такой с крестом парень. Могильный. Я думал, это последний босс, потому что я раз, наверное, 30-50 или 150 даже раз пробовал его убить, и мне не получалось. Я думал, значит, это, если он такой сложный, это последний босс. Но, увы, это не последний босс. Это такой босс просто. Ну, сейчас, когда я уже, в принципе, структуру боев и структуру игры знаю, изучил наизусть, я уже могу быстро с ним расправиться. Давайте мы уже, наверное, даже дойдем до него. Места еще у меня достаточно. Опа, здрасте. Так, у тебя тоже время не будем, потому что это тоже такие броневые женщины, я даже бы сказал, не знаю, похоже на них. Или непонятные здесь существа такие, вон еще одна стоит, или оно, короче, будем называть. Так, ключ взяли. Здесь у нас аптекарь. Так, подожди. А, да, все правильно. Так, с тобой тоже церемониться я не буду долго. Так. Мы на финишной. Так, еще не на финишной. Вот сейчас на финишной прямой. Осталось совсем чуть-чуть до босса. Сейчас мы только пособираем. Хотя нам, в принципе, сейчас оно и не надо уже. Вроде бы будет. Так, да, вот сейчас будет босс. Смотрим. Который изображен на картинке у нас. На превьюшках. Вот он. Это вообще прям анреальный был тип для меня. Ну, сейчас я покажу, как надо его вырубать. Поехали, понеслась. Комбо срубания делаем, ждем, когда он ударит. У него есть один удар, который пробивает ваш блок. Это единственный, когда он может. Один раз он может так ударить вас. Так, есть контакт. Да, тут, сука. Да подожди ты, крутишься. Ой, хорошо, аж по всему залу летает. Потерял крест. Сейчас он будет своими вот этими вот щупальцами непонятными нас атаковать. А, еще и руками он может. Ага. Защищаться он тоже пока может. Да подожди ты. Ой, хорошо. Давай, давай, сука.
Еще раз. Давай. Подожди. Подожди. Так, давай, иди сюда. То есть, когда он вот так щупальцами делает, все, нету щупалец. А, там одна, по-моему, еще болтается. Когда он так делает, мы подходим и начинаем рубить его просто. Все, теперь нету щупалец у него. Жизнь у нас, кстати, уже почти с ним поравнялись. То есть, это действительно трудный босс. Особенно это будет нереальный босс для тех, кто не знает тактику... Сука. Тактику... Тактику... Боя! Вот так, руки мы им поотрубали. Чё, ты бить нас можешь? Может еще. Все. Комбо срубания, больше ничего. Окей, ребята. Всем спасибо за просмотр. С вами был Битфинт. Смотрим мультик, киношку, видюху. И Nightmare Christmas 2 продолжается. Это не конец. Всем пока. Пока. Ребята.